приветствую на моем канале. Наконец-то новое видео. Сегодня мы устанавливаем BMW M760i 2017 года. Моделька у нас идет новая, то есть add -on, способ она машину никакую не заменяет. Будет вот такая новая BMW. У нас пропадал я по определенным причинам. Сейчас буду стараться выпускать ролики почаще, не делать такой большой перерыв между роликами. Также для тех, кто хочет поддержать мой канал, я оставил ссылку на донат. Вы можете поддержать канал своим донатом. Также я оставил реквизиты карты. Это для тех, кто хочет задонатить без комиссии. Спасибо всем, кто поддержит канал. Давайте перейдем к загрузке. Нажимаем кнопку загрузить. Скачиваем, как всегда, сайт gta5mods.com. Вот, нажимаем загрузить. Также нам понадобится Open 4, ссылка на него будет в описании. Поэтому заходите и скачивайте. Наша машина уже скачалась, вот она. Также у нас есть какие-то тут различные PNG. Это у нас какие-то машины здесь. Видимо, это разработчик этих машин. Но нам понадобится только вот эта папка. Инструкции там нету, поэтому заходим в комментарии. Полистав комментарии, я нашел инструкцию. Вот она инструкция. Давайте скопируем вот эту запись сразу же вот ctrl c она нам понадобится и давайте теперь откроем open 4 если у вас не скачивается open 4 с первой ссылки переходите во вторую и скачивайте там либо же открывайте интернет и пишите open 4 скачать gta 5 вот нажимаем windows здесь зашли мы в open 4 давайте нажмем редактирование вот здесь вот справа сверху да, далее нам нужно установить оси менеджер, нажимаем на блокнот с галочкой такой синей И здесь все устанавливаете, у вас должно быть все зелененькое, вот такое, как у меня Закрываем, далее переходим по пути update, update.rpf, копировать в папку mods или показать в папке mods У меня написано показать, потому что у меня скопировано, вы нажимаете копировать Далее заходим в common, data, пролистываем вниз, находим документ dldist.xml Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем редактировать. Далее у нас вылазит вот такой вот список мы пролистываем в самый низ. Под последней записью Enter. Вот, и вставляем э, нашу запись, которую мы скопировали с комментария под машиной. И вот это название давайте скопируем. Оно нам понадобится для папки. Скопировали название: вот это вот название Ctrl-C. И вот здесь давайте нажмем сохранить. Далее возвращаемся назад, нажимаем Update, X4. DLC Packs. Давайте откроем первую папку и нажимаем DLC.rpf. То же самое нажимаем копировать в папку mods или показать в папке mods. Нажимаете копировать. Я нажал. Нас переносит по пути mods update x4 DLC Packs. DLC Packs это получается папка, где находятся все ваши моды. То есть модельки различные, там на яхты, на мотоциклы, вот, и прочее. Допустим, на графику, какие-то эффекты. Открываем теперь нашу машину где написано Add, нажимаем кнопку F2, выделяем, нажимаем F2 и Ctrl V. Вставляем вот это название. Все, у нас поменялось название папки. У вас должно быть точно так же. Теперь зажимаем LKM, левая кнопка мыши и переносим вот сюда. Все, мы скопировали. Вот она у нас, dlc.rpf. Далее заходим снова в инструкцию, то есть в комментарии. Копируем вот эту запись под шестым пунктом. Ctrl-C. И заходим теперь mods, update, update-рпф common, data. Теперь находим вот эту запись, extra title, update, data. Мы в нее не заходим, мы нажимаем правой кнопкой мыши и редактировать. Пролистываем в самый низ, вот, также под последней записью enter. И здесь вставляем эту надпись, это наша машина. И нажимаем сохранить. Все, машину мы установили, больше ничего делать не нужно. Все, что нужно сделать, мы сделали. Можно убрать редактирование и закрыть Open4. Имя для спавна машины такое же, как и название папки. То есть, вот, 17M760i. Можете его запомнить или куда-нибудь скопировать. Теперь давайте зайдем в игру и проверим нашу машину. Итак, зашли в нашу игру GTA 5, нажимаем кнопку F8. На F8 у нас открывается меню тренер. Ссылка в описании есть на видео, как его установить, поэтому заходите и скачивайте себе. Меню тренер с машиной не устанавливается. И перед тем, как устанавливать машины вообще и моды, вы должны полностью выйти из GTA 5. То есть из-за этого, возможно, будут у вас ошибки по установке, поэтому полностью выходите из игры, закрывайте, и тогда все будет хорошо. Переходим по пути Vehicle Options, Vehicle Spawner, Favorites, A New Vehicle Model. И здесь пишите название машины. Пишем 17M760i, нажимаем Enter, Вылазит еще раз название машины. Нажимаем Enter, чтобы добавить в список. Вот наша машина. И на Enter у нас она спавнится. Вот наша BMW. Вот такая вот. Вот так она выглядит снаружи. Получается у нее две турбины такие. И вот так она выглядит внутри. Сделано очень хорошо. Смотрите, спидометр работает. Руль. Руки нормально держит. Вот. Вот такой вот салон качественный. Давайте я вот так сделаю. Покажу вам поближе. Вот получается вот такой вот салон у нас. Все четенько сделано, вообще детализировано. В общем, машина очень хорошая. Давайте посмотрим на нее тюнинг. Заходим в Vehicle Options, меню Customs. И здесь у нас особого тюнинга нет. Колеса, двигатель, как всегда. Давайте посмотрим тонировку. Тайнировка у нее наглухо получается, смотрите. Вот, поэтому тонировку на нее не советую. Вот так у нас фонари у нас горят. При свете дня как будет выглядеть машина. Вот. Вот так она выглядит. В принципе, выглядит вообще классно. Очень красивая машина. Бэха вот это вот. Особенно в такой контраст. Вот как она вообще, вообще идеально выглядит. И вот так она выглядит ночью. Друзья, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарий, какой мод или какую машину установить на GTA 5. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там почти 150 подписчиков. Всем до скорого. Увидимся в следующем видео. Всем пока.